Всем привет! На календаре выходные, а значит, пришло время подумать о досуге. Как весело и интересно их провести, расскажу прямо сейчас. Начинаем сразу с активностей, тем более, что до них рукой подать. Бесплатные катки, любимая зимняя забава работают в парке Гагарина, парке Дружбы, на набережной, на площади Славы и площади Куйбышева, а также во дворах. На общественных площадках неподалеку от ледовых арен работает прокат. Совсем недавно мы встречали новый 2021 год и по традиции смотрели добрые новогодние фильмы. В их число, конечно, входят и кинокартины Эльдара Рязанова, которые вот уже несколько десятков лет остаются любимыми для россиян. А вот какими были самые первые новогодние фильмы, расскажут в воскресенье в музее Эльдара Рязанова. Что приготовил нам театр? В субботу на сцене Самарской площади играют Битструпа. Спектакль не имеет литературной основы. Основой служат рисунки. Для самарцев подготовили также премьеру. Брачный договор можно увидеть в эти выходные. В семье сантехника того и гляди сорвется подготовка к свадьбе дочери. Жених и его странная мамаша хотят увидеть брачный договор, чтобы убедиться в законном рождении невесты. А документ, как назло, затерялся. Да и был ли он вообще? Никто не помнит. В субботу в Самарской филармонии пройдет первый концерт из совместной с Государственной Третьяковской галереей программы «В авангарде эпохи». На экране один за другим будут сменяться полотна Ларионова, Гончаровой, Малевича, Розановой и другие картины из собрания главной галереи страны. Презентация будет сопровождаться живым звуком. На сцене прозвучит и знаменитая симфония Шостаковича. А если из дома совсем не захочется выходить, то специально для вас мы придумали занятие. Телеканал «Самара ГИС» запускает усато-хвостатый флешмоб «Поделись теплом». Ваша кошка обладает уникальными способностями и не иначе. А попугай часами любуется собой в зеркале и поет серенады? Тогда высылайте видео с вашим домашним питомцем на почту или делитесь им в своих соцсетях с хэштегом «Поделись теплом с ГИС». Все видеоролики мы разместим на нашем сайте и в соцсетях, а лучшие покажем в эфире. Поделись теплом вместе с телеканалом «Самара ГИС». На этом все. Всего вам доброго, отличного настроения. До встречи!